Мои дорогие, привет! Как у вас дела? Такипчелары мерабалар, асылсыңыз, иемісіңіз? Бен иим, тешекер едерим. У меня все нормально, слава богу. Вот. Решила сегодня по просьбе, да, а ее девочку не запомнила. Вот, в общем, просили у меня меловую кашу и еще и с мелом. Ну вот, будем говорить так. Сегодня у нас каша просто. Молочная, да? Молока здесь, конечно, не будет. В общем, хочу это все. Вот набрала сюда. Будем заливать водичкой. Так, пчелы, ты вещер. Здесь у меня просто нету крошки. Вот в чем была проблема. И я просто стояла, долбила Артемовские, в общем, добила. Ну что, будем заливать водичкой, да? Куда-то делась водичка, вся исчезла просто. Ну, я думаю... Ой, мамочка, как пахнет-то. Она у меня получилась как рисовая каша. В общем, вообще рисовая каша, вот такая крупинчатая. Сколько бы я ее не долбила. Ну, а что делать? Ну и попробуем, наверное, тут у меня есть Севрякова. Вот, Севрякова и сластена есть кусочек. Да, как-то так попробуем, да? Ой, рисовая каша – это что-то. Thank you.
Смотрю. Ну что, мои дорогие, было вообще привкус. Так, пчелорам, бадана сонрасы, там окуку, о тады, тады яны, дейл, бадана дейл, да, ама он омбли карышек олуркян, муфтыща, валачок. Девчонки, ну вот прям просто мокрая, мокрая, а после побелки. Угу. Больше ничего нету. Остальных нету. Только вот мокрая побелка.
Было очень вкусно. Спасибо нашей подписчице. Вкусно было. Так что остальное оставим на следующий раз, потому что это очень много. Я там раздробила, в общем, такую пачку. И, наверное, там больше полкилограмма, я думаю. Думаю, сделаю все уже. Ну, что, Артемовский, он такой еще... ну, такой... В общем, не мой, не мое, да. Вот. И структура, и вкус. Но вкус-то вот как бы после побелочной. Но структура не моя. И она еще такая, как, немножко такая песочная, наверное, можно сказать. Ну что, мои дорогие. Тахипшларам, тащакюредерам, севьорам, опьорам, my dear. Thank you. Ой, размазюкалась. Вчера же ходила в парикмахерскую, привела себя в порядок, как человек немножко стала, наверное. Вот. Так что спасибо, мои дорогие. Следующее наше видео будет кусочек такого плиточного шоколада. Ой, сейчас. Такой плиточный шоколад. Называется Светлый Туркестан. Вот. Хочу его прям... Этот глухой хруст хочу почувствовать. Следующее видео смотрите, пожалуйста, с ним. Ну все, пока-пока.